Время изменилось. Время изменилось. Очень важно уходить от инфантильности. Время изменилось. Время изменилось. Надо самим брать власть в свои руки. Социальные сети превратились в реальную силу. Механизм общения с властью через социальные сети, через интернет заработал. Он заработал. Кто-то говорит: о, классно, смотри-ка, он действительно здесь сидит, он прочитал чего-то, он даже кому-то ответил. Ну и что, что он ответил? А нифига не изменилось. Подумай, что он что-то нам ответил. Ничего не произошло. Он об этом сказал, а ничего не изменилось. Время изменилось. Да. Время изменилось. Власти нужно научиться работать в новых условиях. Время изменилось. Да. Время изменилось. Люди понимают, что президент их слышит и читает. Когда вы стали президентом, вы были первым, кто вышли в Twitter, в Live Journal. То есть появилась та самая атмосфера обратной связи. То есть мы получили канал информации, которым мы пользовались. И то, что сегодня у нас есть такой мощный ресурс, как социальные сети, у всех, кто здесь присутствует, это нас очень к многому обязывает. Социальные сети, интернет в целом превратились в реальную силу, потому что они соответствуют времени. Время изменилось. Время изменилось. И обычные люди, и власть придержащие. Можете не сомневаться, время изменилось. Время изменилось. Самим нужно управлять, самим брать власть в свои руки. И ни в коем случае не отрываться от людей. А тот, кто не умеет работать в таких условиях, вот я вам говорю абсолютно откровенно, во всяком случае, до тех пор, пока я буду работать, пока я буду заниматься какой-то активной деятельностью, я от таких людей буду освобождаться. Почему? Потому что они не соответствуют времени. Время изменилось. Время изменилось, но теперь пришла пора тот обратный канал общения использовать. Вот только в этом случае государственная машина заработает как надо. И тогда мы не будем слышать, что он об этом сказал, а ничего не изменилось. Время изменилось. Время изменилось. Власти нужно научиться работать в новых условиях. Мы хотим работать, и идея большого правительства важна еще и в том, что ваши решения будут нашими решениями, ваши победы будут нашими победами. Мы хотим чувствовать себя вовлеченными и не просто там обсуждать это в Твиттере и в блогах. Да, мы вам доверяем. Вы нам, я надеюсь, тоже. Поэтому я думаю, у нас получится. Я-то вам точно доверяю. Ну тогда у нас все получится. Но без драйва вообще ничего не получится. Без драйва никуда абсолютно. Это точно. Да. Будем поддерживать вас во всех начинаниях, которые будут происходить в нашей стране. Да. Время изменилось. Да. Время изменилось. Да, но я бы это сделал... Это очень по-нашему. Да. Да, но это наш ответ. Не, секундочку. Давно пора было уже, ну, надо было начать этот процесс, чтобы вернуть России статус мировой инновационной державы. Может быть, сейчас кто-то сидит, думает, но когда это еще будет? Вот я уверен, что будет скоро. Причем даже безотносительно к нам. Вот я уверен, что будет скоро. И у нас к 2015 году будет другое телевидение. Это означает, что люди другие становятся. И это власть обязана учитывать. Иначе она провалится. Примеры последнего времени нам очень точно показали. Время изменилось. Да. Время изменилось. Поэтому я очень рассчитываю на вас и на таких людей, как вы. Независимо от того, какую политическую силу вы поддерживаете. И даже независимо от того, как вы будете голосовать на предстоящих выборах. Хотя, еще раз повторяю, это все-таки связанные вещи.